Представляю хорошие сервера Rust Fun. На них вы можете быстро начать свое выживание. Там вас ждет инстакрафт, быстрые печи, увеличенный лут, киты, кланы и вайп раз в 2 недели. Всем приятной игры! Ссылка на группу в описании. Тот самый момент, когда у меня... Да! Тот самый момент, когда медведь пытается меня просто сожрать прямо под порогом моего дома. Медведь! Собака ты такая! Кто какой раз уже? Не знаю. Стой, стоп, стоп, стой. А, отличный ник. Встретить ты просто себе не представляешь. Каждый хотел тебя встретить, больше ты себе просто вообще не представляешь. Ясно. Да не убивай, пожалуйста, я не буду тебя отсюда вообще. Пожалуйста. Я больше как встретил. Ну скажи что-нибудь, пожалуйста. Привет. Привет, это... Сразу войс отрубился. Пошли. Блин. Всем привет. С вами B16. Приветы получают Евгений Лондарев и Альберт Финг. Не забывайте делать репост этого видосика из моего паблика ВКонтакте. На моем сервере BeRust сегодня после выхода обновления будет вайп. Заходите, информация в описании. Не зря я верю в своих подписчиков. Они меня не подводят. Хочу 2500 лайков, ребята, просто 2500. Никогда столько не просил, а теперь вот прошу. Кстати, я играю с Чепером, это мой давний друг и отличный тиммейт в Расте. Он также стримит и переводит дев-блоги. Под видео я оставлю ссылочку на его канал. Подписывайтесь, поддержите человека, он старается, он постоянно переводит дев-блоги и постоянно стримит. Там тип бегает. На поляне. Там 2 заряженных бегут, Чеп. Голова есть? Ой. Каленый, каленый, каленый. Почти упал. Левый вообще каленый, голова. Я заряжаю. А, другого не вижу. Вот он, вот, вижу, вижу. Голова. 2 головы. Машку дал, он бил. Я упал тоже. Может, да? Да, я упал, но голову ему дал. У нас ящик открытый. На крыше не мы, я стою. Минус 70. Привет, парень, как дела? Минус 28. Парень, привет, как дела дальше? Минус 42 лежит. А второй за печкой. У него томиган. Где-то еще один, я не вижу другого. Не там и какаш. Вижу, вижу. Дал голову, и он почти готов. Чеп, ты убежал, что ли, Чеп? Да. Смотри, он готовый почти. Ни хрена себе, он фуловый почти. Минус. Если... Ага, один уже упал. Нашел? Надо лутать типа. Да, нашел. Минус 2. Ежик тащит. Бэшек, делай что-нибудь. Бэшек лутается, не поверишь. Я лутаюсь. Отходи, Бэшек, сейчас все начнут стрелять. Опа. А где его оружие, так и не нашел? А кепа подобрала. Мыся, кепа. А, кепа чуть дальше убежала, зараза. Чеп, кроешь? Так, он влево спустился. Нет, я пытаюсь отхилиться. О, кепа тут калаш был. Уже неплохо. Прям по карьеру. Башку дал. Минус. И дал. Минус. Минус. Голова так пролетела. Всё. Красиво. Факел выглядит. Там факелов много не бывает. МП5-ка? Ну, подбирай, что там еще как хорошего. Как раз я хотел. Погони с МП5-кой. МП5? Второй где? С самого крутого сразу убили? Я думаю, 500 не хватит. Да. Выписался из шкафа. Теперь от тебя выносят, да? Я загрел. Тут дурын туда летаешь. Давай, накидывайте ему. Куда полетел? Железный демон, иди об... Взрывать он пошел мне. Наша печная, бэш. Все прощай, печная. Прощай, я. Я сгорел. Почти падает. Да? Падает, ребят, падает. Дайте так яблоко. Падает поем. Или нет? Нет, ты не что? Падает. Бэшек. Нет, он может стрелять, сейчас будет нас. Чуп-чуп-чуп-чуп. Я хочу вниз. Комфорт. Дверь закрыли. Все, а Чеппер сгорел, а я живой. Все нормально.
Он что-то какие-то выкрутасы делает. Несколько хитов надавал. Блять. Сколько можно, я ему тоже... Выпишись из шкафа, выпишись из шкафа. Забирай остальное. Блин, я по нему попадаю. Здесь патроны 56-е. Да. Да. Да нет. Ко мне тут какой-то чувак подбежал. Падает, падает, нет, не падает, он маневры делает. Ой, он страшный. Какие? Нахер? Он очень жестко нахитовал. Маневры. Ух ты ж, ё-моё, опять я не успел. Какой классный сбивание. Ой, сценарий сбивания 200 секунд. Там внутри кто-то есть? Да. Да. Толкаю двери. Смотри, с той стороны залезу лучше. Интересно, это не будет? Уничтожил подъем, в котором ты забрался. Залезайте внутрь. Тело. Движение, движение, движение. Ребята, ты видел, как он упал? Видел, как он упал? Красиво. Слушай, а потает экран хорошо. Ну, скорее всего, он перепрятывает лут. Еще одна. А, нет, посыпался. Я зайду, посмотрю. А, черт, я восьмерки цены 10. Ребят, здесь полки. Лол. Здесь полки. Здесь рили полки. Я перепрятал, наверное. Точки нет, есть? Что-то есть. Тут маска есть. Слышишь? Или я глох, сука? Это надо называть гостеприимством, да? Давай, бэшик, я тебе вытащу отсюда ракеты. Я тебя прикрываю. Ну, как сказать. Ну, вот как-то так, я тебя прикрываю, в общем. Hello, my friends. О. Привет, от тебя что, рейдят? Типа на крыше прям за мной, слева. How do you do? Вот это хлопок. О, тебя рейдят. Я сейчас поползу к тебе, возможно. Меня рейдят? Серьезно? Че за аутисты? Давай послушаем просто. А чем рейдишь? Да это не я, это Бэшик, ты че? Контент? Контент? Лучше ракетой бомбани, вот так вот сразу бы. Как теперь вылезти дальше? Перестрелялся, который уплывает. А сейчас отходи, Бэш, сейчас я могу построиться. Я гранату выронил. Ну, это случайно вышло. Бэш, ты опять сломал, да? Да, я случайно гранату кинул. Случайно, совершенно. Она просто вылетела из руки у меня. Это нелепо случайно. Они опять пристраиваются. Строишь, да, строишь. Плитка класс. ГМ идут. Ах ты собака. Ай. Я его убил. Отлично. Как он на меня сагрился хорошо. Подожди, там сверху ребята я злые. Прям под домом. А что у него интересного? Да ничего особо, аптеки есть. Ты шо, хохол? А ты шо, москаль, ты шо? У него шпицов просто... просто очень много. Ой, пацаны, сколько у вас всего взрывного? Слушайте, хорош. Ну тебя на, друг. Я его где почти он? Убил. Он вот здесь сидит, вот здесь. Я вижу, вижу, вижу его. Он опять спрятался. Он что-то пытался пристроиться. Я убил. Нахла. А лут? А он тут целый? Да. Кто-нибудь один ко мне тогда? И мы зайдем. Давай, я к тебе пойду. А ну, смотри, там держись. А Чеп, какой стороны тебя заходить? Тут мина. Через улицу. Что за дом? Это я. Давай, дорывай. 9 СМК вроде. Слушай, а он вниз же спрыгнул. 15 тысяч серы. Где я? 15 тысяч серы. Бэшк, я сказал, там мина. Я знаю. Я наступил, потом понял, что мина все-таки уже окончательно. Видишь, мы живые. Добирай. Бабовки, сколько ты делаешь? Так, ну что, я взорву тут дверь дальнюю, да и все, и посмотрим, что там. Может, там буферка на самом деле. Кто потопает по соломе? Я поверху топаю, покупаю. А где они двери ставят? По-моему, где-то около... Куда отходить надо, чтобы не взорваться на этом чуде? По-моему, где-то около большой печки. Бэшик, ты добежишь? У тебя есть спальник рядом? Нет. Я его взял, но не поставил. Я не мог понять, я отошел... Ну, далеко. Нет, Бэшик. Нормально. Это недалеко. Ну, ладно. Далеко. Придется с дома бежать. Я бы. Так, стопай, дай я залезу, подожди. Не убей меня. Отходи, Бэшик.
Это взрывы, как же классно, как же это красиво и эффектно. Я вниз. Давай еще. Давай, ты внизу. Ох, как красиво. Так. Готово? Готов? Сколько убили? Я одного. Вот на один валяется, подожди. Второго. Построй лестницу, да. Вот он, чеп. Тут не поставим лестницу. И все. Подожди. Вышку у тебя дерево есть? Есть, есть, есть. Спустись подожди, дай. Секунду, секунду, секунду. Поживи там, поживи. Ребят, немножко забрал. Секунду. Дайте долутаю его. Тут что совсем. Да мелочи у него тут. Кодлок. 9000 металла руды. 4000 металла. На дерево, кому дерево, на. На. Так. Ты скажешь, чеп? Я минус шкаф. Подожди, им кровать хочу. Минус шкаф. Топорик есть. У меня топорик есть. Пайпуха есть. Поднимайся к вам. А, у него топорик есть, ладно. Давай. Вот засранец. Так, ну что, дальше печная, в принципе, делать, может быть, еще лут. Да, судя по всему, все, что у него осталось, серу. Печную взрываем. Он может в печную, на самом деле, что-то. Серу ты забыл. Негде. А подожди, в печной. А где он в печной стоит? Там. Вы же, кстати, каждую дверь взорвали в доме. А в печной там нет, нет ничего вроде. Ну давай печную бахнем. В самих печках можно что-то запихать. Ау! Ну ты живой же. Я когда первый раз бабок камере делал, когда раз около вашего дома вот этим. После первого взрыва я думал, мне пора мебель. Да, шлопки такие. Да, я посмотрю, пойду. Он прикроет. Тут дверь действительно листа. Здесь ничего. Пустота, да? Вот это что за дверь? Куда он бегает? Ведро, да? Какая? Ну туда? Не, там, там двойная дверь, и там дальше буферка, где я был. Обиталище оно, ага. Ну, если там точно ничего нет. Да. Ну, как бы я там был. Ребята, получился вот такой интересный онлайн-рейд. Предсказуемый, потому что всегда переносят, всегда прячут, это нормально. Хозяин оказался веселым таким, очень таким душевным. Историт всякие травил нам, пугал нас, подкалывать пытался, но в общем бахнули. Дом пакостный, очень много дверей этих, перекрытий, тут реально прячься не хочу. Дошли в общем куда надо, забрали, ребята подняли 26 тысяч серы, не показали мне, но там реально 26 тысяч серы, у Чепера на стриме это было. Думаю, еще может он вырезочку сделает, я постараюсь это вмонтировать в видео. В общем, итог какой. Все-таки офлайн рейды, ребят. Я за офлайн рейды. Нет, бывает, конечно, я и за онлайн рейды. Такие моменты бывают. Тоже это, кстати, весело. Но не вот таких домов. Тут сложно. Он огромный. Это просто... Это вообще жестко. Очень жестко.